Коллективный ифтар – один из радостных моментов для мусульман всего мира. Это не просто вечерняя трапеза, но и возможность познакомиться и укрепить узы братства. Во дворе джума-мечети свои двери распахнул шатер Рамадана. Почетным гостем в день открытия стал шейх Ахмад Афанди. Муфтий Дагестана поздравил собравшихся с началом священного месяца, а также поблагодарил фонд «Инсан» и главу республики Сергея Меликова за организацию вечернего разговения. Хочу несколько слов сказать адрес главы республики Сергея Алимовича Меликова за то, что он первый ифтар на себя взял. Он без внимания не оставил мусульман этот месяц, такой священный месяц. Дай Аллах ему побольше возможностей, чтобы он служил народу Дагестана, чтобы он побольше пользу принес дагестанскому народу, чтобы он любил дагестанский народ. От имени Сергея Меликова к верующим обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Для нас, для мусульман, это особенный праздник. Это возможность не просто сосредоточиться, внутренне очиститься, но еще и внимательно посмотреть, как и что мы делаем вокруг себя, и насколько мы можем быть еще и полезны для нашей Родины. А чтобы мы сосредоточились на то, чтобы усилить, улучшить и сделать так, чтобы любой человек, который сюда к нам приезжает, хотел вернуться и всегда говорил только с трепетом и о нас, о дагестанцах, и о нашем красивом крае. Благотворительная акция «Шатер Рамадана» проводится уже 10 лет. В течение всего священного месяца каждый день разговляться здесь могут более 3000 человек. Накрыть столы, разнести порции с ароматным пловом и убрать посуду после ифтара помогают волонтеры. Мы с 2 часов здесь, и мы помогаем нарезать, фасовать финики, воду, нарезать овощи, там, фрукты, все, что нужно. Я уже 2-й год здесь, с прошлого года. Атмосфера нравится? Да, очень нравится атмосфера, и поэтому, иншалла, весь месяц тоже буду ходить. С первыми звуками азана верующие разговляются водой и финиками. Затем, совершив вечернюю молитву, приступают к коллективной трапезе. За одним столом собираются люди разных возрастов и профессий. Здесь мусульмане чувствуют атмосферу братства и взаимопонимания. Как всегда прекрасно во всех мечетях и здесь, везде так прекрасно. Всегда прекрасно, люди от души покушали, все. Здесь, наверное, и знакомятся, и братские узы укрепляют. Ну, конечно же. По-любому собираться надо. Все, это же сунна. Обстановка здесь отличная. Атмосфера нормальная, четкая. И здесь, короче, альхамдулилля, у кого бы я здесь не спросил, все комментируют конкретно, говорят, альхамдулилля, говорят, все проходящие сюда довольствуют того, что то, что есть на столе. И говорят, альхамдулилля, говорят, шукру Аллаху, говорят, есть. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.